Сегодня 30 июня, Чечевица. Трещины есть, немножечко нижний ярус брошен, но еще цветет. Уже где-то отцветает. В нижнем есть уже заложенные бобики. Обычно чечевицы, ну, на самом деле ей вот на данный момент ей еще где-то нужен месяц, чтобы отцвести, чтобы сформировать урожай. Как правило, уборка начинается где-то с 1 августа в этой зоне.